Корпус, дети читают стихи. Константин Новиков, 6 А класс, Бийский лицей, интернат Алтайского края. Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой жил-добыл человек маленький. У него была служба маленькая, и маленький очень посвел. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.